Всем привет! Платят сушители и радиаторы нужны каждому, кто делает ремонт. А вот какие выбрать, тут вопрос. Существует очень много нюансов, в которых мы сейчас разберемся. Фабрику «Ирсаб» я знаю лично уже более 15 лет. Смотри это видео до конца и узнаешь много всего полезного. «Ирсаб» — это первая итальянская компания по производству стальных трубчатых радиаторов. Компания была создана в 1963 году. Также она производит полотенцесушители и дизайнерские радиаторы. Основные заводы находятся в Италии и Румынии, а филиалы — в Испании, Франции, Германии, Англии. Представляете, насколько популярен этот бренд? Сейчас я нахожусь у моего партнера в «Экспострой» на Нахимовском в компании Time, а это Юля, представитель компании. Всем привет! Я уже показывала в запрещенной сети, как у меня дома протекли радиаторы другой фабрики, и я их заменила именно на «Ирсаб». И себе лично в новую квартиру и своим клиентам я выбираю теперь только эти радиаторы. Основным критерием для выбора именно этих радиаторов было то, что у них толщина стенки соответствует российскому сертификату. Также они округлые, никаких нету торчащих углов. Крепежи экрана Маевского входят в комплект. И, кстати, крепеж идет в цвет радиатора. Что тоже очень важно. Гарантия на эти радиаторы 20 лет. И еще есть страховка на 10 миллионов евро от протечек. У этих радиаторов разная глубина. Она варьируется от двух трубок до 6. То есть они могут быть вот такие вот большие, могут быть совсем тонкие. Высота у них от 20 сантиметров до 2,5 метров. Под заказ можно заказать радиусные и угловые радиаторы. В наличии у нас есть три высоты. 365 миллиметров, 565 миллиметров и 1,8 метра. В разных цветах. Белый, серый, черный, прозрачный лак, но еще есть красные. Красные это актуально. А вообще у этой фабрики есть специальная раскладка цветов, которую они периодически меняют и обновляют согласно своим тенденциям. Очень много возможностей на самом деле по цветам. Да. Можно подобрать идеальный цвет в детскую комнату, под любые обои. Под любые обои, есть обои. Не, ну на самом деле очень много разных вариантов, потому что кому-то белый очень скучно. И хочется какой-нибудь сделать бежевый, или там даже в детскую зеленый делать. Да и ванные комнаты бывают у нас яркими, цветными, куда используются тоже цветные всякие полотенцесушители или радиаторы. Да. Качество производства покраски и сварки – самая последняя технология. Фабрика, кстати, 8 миллионов евро вложила в оборудование. Сейчас мы вам покажем на маленьком образце. В разрезе. Это радиатор в разрезе, да. Трехтрубчатый. Где видно хорошо, что здесь сварка идет только по одному краю. То есть из двух половинок состоит сам радиатор. В разработке дизайна радиаторов участвуют мировые известные дизайнеры, такие как Антонио Читерио. Вот эта модель Step была разработана им. Здесь представлена электрическая модель, она также бывает и на горячее водоснабжение. В наличии на складе у нас две модели размером 775 и 1255 мм. Также на складе у нас есть модель, которая предназначена для работы на системе ГВС. Производитель позаботился о своем покупателе и вентили включил в комплект. В комплект. То есть полотенцесушители уже приходят с вентилями. У некоторых российских и европейских производителей вентиля не входят в комплект, а у «Ирсаб» уже включил. Это радиатор 1800 миллиметров, как раз входит в нашу складскую программу, только не в зеленом цвете, в черном, в красном. В красном даже есть? Да. В красном, в черном, в белом, в лаке. Пожалуйста. В белом тоже есть, соответственно, на складе. Но под заказ можно, конечно, заказать и в зеленом, и каком хотите. И уникальная фишка радиаторов «Ирсаб» – то, что у них есть вот такие интересные аксессуары.
Они смешные, разных форм и разных цветов. Да. Ну, смешные, потому что, ну, такой вот, не знаю, цветочек такой интересный. Здесь вот кружочек. Очень удобно на них повесить полотенце. То есть у вас не как просто батарея, а вы поставили аксессуары, и можно еще и сушить вещи. То есть можно и в бане использовать такие резонаторы. Да, в коридоре. В коридоре можно повесить одежду. Зимнюю одежду. Зимнюю. Кстати, в какой-нибудь этот гардеробную, да, сделал радиаторы. И вот, пожалуйста, она высыхает зимой. Идеально? Идеально. В наличии на складе у нас два типа подводки, боковая и нижняя. И в нижней подводке у нас встроен термоклапан, куда можно поставить терморегулятор, чтобы делать комфортную температуру для вашего помещения. Отличительной особенностью ИРСАП является то, что терморегулятор установлен снизу. Вам не нужно тянуться на высоту 180, а если еще 2,5? 180 плюс плинтус. И, да, это очень удобно на самом деле. Ну, и на последнем объекте, который я делаю, обзор которого я обязательно покажу, мы там поставили даже обычные радиаторы под окно, тоже с нижней подводкой. У нас везде стоят термоклапаны, и мы будем ставить термовентили. Нужно нам поставить комфортную температуру 25 градусов. Мы выставили на терморегуляторе эту комфортную температуру. Как только она достигается в комнате, терморегулятор это понимает и отключает радиатор. Как только температура упала до 21 градуса, терморегулятор включает радиатор, чтобы подогреть до комфортной температуры. Приходите ко мне в мой шоу-рум в метре квадратном. Там у нас сейчас готовится новая бренд-зона с радиаторами и полотенцесушителями ИРСАП. Будут интересные модели, которые здесь мы вам не показали. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии. Всем пока! Я такая пошла. Всем привет! Ну почему вам надо посмеяться? Заткнитесь. Я нормально стою. Тут вопрос. Ну, здесь у нас такой тудун, вопрос. Всем привет. Ты что, погромче? Всем привет. Привет всем. Всем привет. А у моего партнера. Все входят в комплект, я стою и вот так шатаюсь. Это высота? А, высота. А ширина? А ширина это как раз... Ширина это вот так. Вот так. У меня такой маленький пленчик, взяла и вытерла. Ты начинаешь говорить, когда я еще не договорила. Когда ты не договорила? Да. Все, я молчу, ты говори. Угу. Слушай, отлично. Прекрасно. Да.